Добрый день! Предлагаю посмотреть, что происходит у нас на звездном небе. Происходит у нас несколько таких сегодня напряженных аспектов. Сегодня Луна находится в последних градусах Козерога, в таком напряженном аспекте к Урану и не менее напряженном аспекте к Юпитеру и Солнцу. Так что первая половина дня сегодня может быть у многих знаков такая вот волнительная. Зато начало следующей недели начнется самым лучшим образом. Луна уже перейдет в Рыбы и создаст несколько очень симпатичных аспектов. Поскольку Луна сегодня в Козероге, давайте с Козерога и начнем. Сегодня, пятницу, очень рекомендую Козерогам быть сдержанными, быть какими-то менее эмоционально настроенными, потому что эмоции могут немножко вышибать. Окружающий мир будет вас немножко, скажем так, нервировать. Все вокруг будет, но это продлится недолго. С начала следующей недели у вас пройдет на самой-самой что ни на есть симпатичной волне. И еще один сложненький момент будет 1-2 числа. Луна будет идти по знаку Овен, и Козероги опять-таки рекомендуется сдержанность, менее эмоциональные проявления. Это 1-2 числа, Козероги, будьте внимательны и осторожны. Водолеи, вторая половина дня сегодня начнется с перехода Луны в знак Водолей, и будет у вас очень такие симпатичные сюжеты. Она еще хорошенький аспект сделает к Марсу с Венерой, так что вполне возможно что-то интересное на тему основного инстинкта у вас может сегодня происходить. Водолеям сейчас рекомендуется вообще в целом в ближайшие недели 3, пока Солнце идет по Скорпиону, быть более сдержанными. Рыбы. Достаточно симпатичная ситуация. 3 планетки в Скорпионе делают хороший аспект к Рыбам. И это не на 1-2 дня, это вот минимум на месяц у Рыб будет такая вот повышенная фартовость. А потом попозже еще и Марс туда войдет. В общем, замечательно. Единственное, Рыбам бы дождаться, вот когда Сатурн выйдет из сложной для них позиции. Овен. Первая половина дня у Овна сегодня может быть такая вот сложная, потому что Луна в Козероге, как правило, для Овнов мало симпатичного приносит, иногда могут быть, да, и вот такой аспект еще рекомендуют с утра сегодня и первую половину дня быть аккуратным с электричеством. Дальше ситуация более-менее выровняется. Единственное, при оппозиции Марса и Венеры рекомендуется Овнам не пытаться сейчас выяснять какие-то отношения там. И если вы планируете там, скажем, пойти в ЗАГС или что-то в этом роде, то лучше сделать это через 1.5 месяца, когда Марс выйдет из знака Весы. Телец. Вот как раз первая половина дня у Тельцов сегодня должна пройти на самой такой симпатичной волне, потому что Луна в Козероге, как правило, симпатично смотрит в сторону Тельцов. Зато вот завтра-послезавтра будьте внимательны со своими эмоциями. Может быть такой вот накал страстей какой-то непонятный. Но потом уже с начала недели более-менее все будет выравниваться. Тельцам сейчас в целом ближайшие 3-4 недели рекомендуется в связи с движением Солнца быть немножко более внимательным со своим здоровьем. Близнецы. Прекрасная позиция ожидает близнецов со второй половины дня сегодня. Луна переходит в Водолей, и это прекрасное положение для знака близнецы. Далее, с начала недели, пока Луна будет идти в Рыбах, где-то понедельник-вторник, рекомендую быть более сдержанными и как-то больше контролировать свои эмоции. Знак Рак. Сегодня, в первой половине дня, Луна вот точно вот, она сейчас в Козероге, Рак вот здесь, точно в оппозиции к знаку Рак. Поэтому попробуйте сегодня с утра быть более сдержанными. Потом она перейдет в Водолей, и начало недели у Раков обещает быть прекрасным, когда Луна будет идти по знаку Рыбы. То есть понедельник, вторник, скажем так, ваши дни. Причем с обоих сторон. Со Скорпиона к нам позитивно смотрит Солнце к Ракам, с Рыбы Луна. То есть два светила, и дневное, и ночное, будут на вашей стороне. То есть понедельник, вторник, всецело ваши дни. 1 и 2 Ракам рекомендуется, Ракам, Козерогам, Весам и Овнам рекомендуется сдержанность, потому что Луна в Овне – это вот то еще счастье, скажем так.
Лев. Рекомендовал бы львам со второй половины дня и суббота-воскресенье. Луна будет идти в оппозицию. Быть немножко более сдержанными своими эмоциями. Окружающие львов иногда смогут видеть их клыки, если можно так сказать. То есть львы, то ладно, я больше переживаю за окружение львов. Попробуйте не дразнить субботу и воскресенье львов, вам же будет хуже. Далее, 1-2, как раз когда Луна будет находиться в Овне, два замечательных дня будут у львов. Луна создаст им какие-то симпатичненькие такие вот эмоции. Дева. Первая половина дня будет достаточно симпатичная, какие-то интересные планы, которые вы не успели доделать, попробуйте доделать. Выходные так себе. Напряженная ситуация ожидается у дев с начала недели. То есть понедельник, вторник Луна будет в оппозиции, там же Нептун. В эти два дня, пока она будет рядышком с Нептуном, очень рекомендую всем девам воздержаться от какого бы то ни было алкоголя. И какие любые методы изменения сознания отодвиньте на эти дни. Весы. Сегодня может быть с утра так немножко волнительно у весов, зато вторая половина дня и выходные Луна обещает весам самое что ни на есть симпатичные эмоции. Луна будет в Водолее, это прекрасная для них позиция. Зато, как я говорил, повторюсь, 1 и 2, когда Луна переходит в знак Овен, рекомендую весам аккуратность, сдержанность и внимательное отношение ко всему, связанному с Марсом. Марс – это у нас машины, то есть будьте аккуратны на дорогах. Если вы ходите в спортзал, не перенагружайте себя. И 2 числа Луна подойдет к Урану, будьте аккуратны с электричеством. Скорпион. Ну, скорпионы сейчас, у них там и Юпитер, и Солнце, и Меркурий, то есть они полны сил. Но, правда, не всегда они могут справляться с этой силой. Особо сложно им может быть в субботу и воскресенье, когда Луна будет в квадрате к их знаку, и эмоции будут немножко неподконтрольны им. Ну, ничего страшного, не назначайте на эти дни себе каких-то серьезных дел. Стрелец. Волнительные дни у Стрельца могут быть с начала следующей недели, когда Луна будет двигаться по знаку Рыбы. Но в целом более-менее ситуация ровная. А вот 1-2, когда Луна перейдет в Овен, такой вот сложная будет ситуация. 1 числа может начаться с кризиса, например, какой-то скандал. Ну, Луна будет давать квадрат к Сатурну, который в Стрельце. А завершится день, начнется со скандала, а завершится каким-то симпатичным оргазмом. Так что все у вас должно быть симпатично. Если вы с утра поскандалите первого, ничего страшного. Это приведет к чему-то симпатичному. Вот примерно такая ситуация на звездном небе. До новых встреч!